Хой, союзники! На связи Летсплей Геймер, и что ж, сегодня мы с вами продолжаем играть в эту прекрасную игрушку под названием «Черный плащ». Куда нам лететь, ЧП? Мегавольт и его приспешники грабят склады, стоящие вдоль причала. Поторапливайся, пока воры не сбежали с награбленным. От винта? От винта. Да, и у нас последние три уровня. И огромное вам спасибо за такую статистику, за такие лайки, за такие просмотры. Я «Черный плащ». О, веселая локация, там где джинны будут. Или нет? Но следующая локация это этот. Вот это я замер. Ты чё? Ну... В принципе, все нормально. YouTube это не видел, да? Или Twitch? Воу, Dark and Duck чуть не выпился. Прикольно, я зато знаю, как назвать теперь этот ролик. Солевой город. Ну а как еще? Ну под какими солями или грибами нужно такое сделать? Грибы лично поставил Марио. Поставлял. Да. Ну тут не до песен в этом уровне. Слишком уж они сложные, эти последние три уровня. Ну как, средние? Но тут бельчата эти будут. Да, которые я без дамага не умею проходить. Конечно, можно использовать Вантус, но... А вроде бы и Вантус даже не убивает с первого раза. Какая шваль, просто он меня преследовал, это очень противные враги. Не все... Нет, мне уже не все равно. Вы же понимаете, мое любимое оружие уничтожили, прямо на глазах у меня. Фух, я помню, он меня раньше в детстве тут преследовал. Было такое. Кстати, кто играл на оригинальной консоли, скажите. Я не помню. А звук тоже так же глушится, да, музыка на заднем плане? Когда вот это вот дерьмище происходит. Ну, когда катаются эти. Ну, вы поняли. Вы видели эти все. Смысл мне вам объяснять. Слушайте, хорошая реакция сегодня. Так что да. Про секретки я говорил, что заходить не буду. Нет, вроде. В прошлый ролик кто не смотрел, а вы смотрите. Вот. 10 жизней я говорил, и больше не буду заходить в секретки. Потому что смысла особо в этом нет. Мне все равно. Ладно, ладно, обещал без скринж-песен сегодня. Ну, жопу я свою подставил, окей. В принципе, не привыкать. Капа прейд. Тут я помню. Как вот это я помню, без понятия. Видимо, настолько мне это в голову впилось. Оу, окей. Окей, let's go. А, да, дерьмовое оружие, забыл. У меня дерьмовое оружие, точно. У меня оружие из дерьма. Да-да, папаша. Ну ладно, это легкий босс, его можно и так уничтожить. Ну как легкий, средний. Тем более, когда он вверх свою эту херню не кидает. Так вообще за идиота сходит. Сойдет за идиота. Ну, ладно. Все, только время потратил лишнее, а так нормально. Мне нужно, кстати, эмуль менять. Я не говорил вроде это, да? Well done, кстати. Мне нужно менять эмуль, вот. Потому что... Что-то иногда подлагивает, но именно на записи, то есть эти лаги я не вижу. Куда нам лететь, ЧП? Мариарти готовит новую ужасную машину в башне. Ну что, от винта? Конечно, а выбора у нас особо и нет, да? И что-то слишком быстро. Я черный плащ. У разработчиков, видимо, фантазия кончилась в диалогах. А их можно обдевать? Ну ладно, не попробуешь, не узнаешь, да, как говорится, я попробовал. Отлично. Хорош, хорош. 53, у меня все еще это дерьмо. Но тут вроде можно будет подобрать. Щит. Чисто спидран. А вот и дерьмо. А вот и оно. Вспомнил, называется. Кстати, я умный, смотрите, что можно сделать. Ну да, удивительная штука. Подобрать одно оружие, подобрать другое. И у меня в итоге то оружие, которое мне нужно, и при этом
Патроны-то у них у всех одинаковые. А чё я стою-то? Все. А, ну да, аптечка стоила своего, конечно, которая мне даже не нужна. И теперь мне нужно будет ждать, ну естественно. Черт возьми, мог сэкономить время. Ладно, у меня же не спидран, все равно 3 уровня останется. Просто я тогда вышел за рамки ролика, 24 минуты вроде получилось, или 25. Я, это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Потому что у меня определенно есть, знаете, такой этот... принцип. Кстати, о, вы видели? Не знаю, на записи это видно? Наверху там это, прогружалась такая локация забавная. Ну, это не считается за секретку, так что... По секреткам я имею в виду Go, вот эти штуки. Чисто, знаете, эстетическая такая сторона, подобрать эту жизнь. Конечно, я 13 жизней-то не потрачу, но... Хер его знает, я так много болтаю, что... Но это обязательная часть летсплея. Очень сложно играть, когда болтаешь. Еще и придумывать что-то. Оу. Вообще нужно попробовать на всех снарядах. И вот я не помню, все ли снаряды отбивает черный плащ своим плащом. О, а вот и наш этот кандидат, на котором можно попробовать. Ну, уже нет, но тут секретка, нет. Вроде бы я пропустил ее уже. Ну ладно, не попробуем. О, Гопороху его убьем. Никогда это не делал, и вот спустя столько лет я вернулся, чтобы сделать это. А тут сложный момент. Забавно. А забавнее было бы упасть вниз. Но я преодолел это. Бедных черепашек, которые испытывают проблемы с астмой. Да. Мы не будем травить газом сегодня. Уж так уж и быть, я... Уж так уж и быть. Я как бы это... Как-нибудь сегодня пожалею их. Вот она меня нет, Шиваль. Можно? Стреляй. Вот. Можно. А вот это интересно. Я думал всегда, что... Ну, не секретка, да, я ее вижу. Я ее знаю. 14 жизней, красиво. Это... Я имел в виду, что... Черепаший панцирь, интересно, тоже отбивается, нет? Ну нет, скорее всего, это все-таки скриптовая херотень такая. Да ладно с тобой, хрен. У меня хватит. Черт побери, на тебя оружие. А им все равно, ничего себе. Какие сильные астматики. Вот тут главное от экрана не сдохнуть. Ненавижу, ненавижу. Вот эти всякие... Раньше я думал, что это телевизоры, прикиньте. Да, умом я, конечно, не отличался. Я думал раньше, что это телевизоры, а это фонарики, типа, на строительных лесах. И у меня тут своя тактика, которую я разработал в детстве. Раз, два, три. Нигде на ютубе я ее не видел. Один хит я получаю, но тут слепая зона. Прикиньте, меня тут никто достать не может. 4 штуки надо. Раз, раз, два, три. Все. Нигде на ютубе я не видел такую тактику. Вообще нигде. Просто вау. Прикольно, да? Well done. Clean job. Вот и пользуйтесь, блин. Да. Только стоит обнаружить неслепую зону и все. Куда нам лететь, ЧП? Ну слушай, выбора не слишком-то много. Мы наконец-то нашли убежище Тенео Клюва. Он прячется на плавающей крепости ВОН. Пора поехать круиз. Поехали. Заберем его как трофей. Я черный плащ. Должен признать, это один из сложных уровней, в принципе, из-за терминаторов. Ну, я раз раньше их так называл. Прикиньте. Воу. Я про это вообще никогда не знал. Можно, оказывается... Ладно. Ладно, ладно. Все, меня этим игра уже ничем не удивит. Это игра, этим, да. Я, конечно, удивлен. Я много чего нового узнал. Воу, я всегда раньше делал вот так, смотрите. Раз, и пригинался. Прикольно. Прикольно. Ну, за жизнью я не пойду. Зачем мне тратить время? У меня 14 штук.
Воу, прикольно, прикольно. Можно так сразу защищаться. Найс. Это значительно ускоряет время. Прикиньте, я только что это нашел. Так, ну там секретка, я туда не пойду, нахера. Просто сообщаю, кто не знает. Всех секреток в этой игре. О, эти противные враги, ненавижу. Ненавижу я вас, 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 друзья. У них еще ускоряются, этот тайминг идеальный ловить. А тут экраном я его раньше уничтожал, будучи мелким. Хорош. Охереть. Папаша. Ладно. Это я все еще помню, что можно так загореть. Найс. Вот, скажите мне, пожалуйста, вот это вот... Экран можно использовать прям как в Мегамане. Для своих целей и против. Против, это когда, черт возьми... Не, там секретка, я не буду туда стрелять. Хотя, стоп, я ж тут и заспавнюсь, да? Поехали. Тут был чекпоинт, вроде. Извини за беспокойство, но это я все читал. Они каждый раз только что воруют. Воруем мы ворованное. Бей своих, чтоб чужие боялись, да? Мне сейчас самое главное тут жизнь потратить, чтобы красиво пройти без смертей тут. Этот уровень. Нет, я иду нахер. Зато газ собрал. Нахер он мне нужен, этого босса можно без газа мочить. Рассыпухой даже полегче будет, но... Да. А, я не помню. А, они не обращают на тебя внимания. У них есть другая стадия, когда у них мало хп, и они прыгают. Хорош. Слушай, иди-ка ты нахер, а, терминатор. Оу. Ну, сама судьба решила тебя убить. Точнее, ударить. Чисто пощечина. Слушай, иди ты-ка нахер, а. Это очень плохо. Это очень плохо. Куда он ушел? Ё-моё, вы видели когда-нибудь такое? Только у меня в летсплеях такое дерьмо происходит. Ё-моё. А, так, мою руку не поджарит этой херней. Nice hitbox, разрабы, да. Вот это я знатно подосрал. Чтоб вы поняли, я не ожидал, что эта штука застрянет во враге, и она будет это его дамажить до такого состояния, когда он прыгать начинает по всему экрану. Это очень опасно. Прикольно. Кстати, я этого в детстве не знал. Я это узнал из спидранов. Прикольная штука. Вообще, черт возьми, оружие, которое не должно использоваться в таких целях, все используют. А вот тут я не помню ничего, я сдохну, скорее всего. Хотя, будь себе уверен, черт. Я уверен в себе. Может, мне аптечку бы выдал хотя бы? А, так аптечка есть. 96, отлично. Мне этого хватит до конца своих дней. В буквальном смысле. А это мы, значит, не можем, да? Ну, прикольно. Ну, конечно. Чертиво, а? Слушайте, рисковать я не буду. Все просто. Чувак, иди-ка отсюда по-хорошему. Спрячь оружие. Там аптечка, надеюсь. Нет. Ну, ладно. Так, в принципе, тоже неплохо. А я помню, что их так можно убивать. Ну и все, босс. Главное не затупить, как в моем стиле, в принципе, все. Ладно, все в моем стиле. Либо же у меня геймпад не тот. Как это я раньше делал? Совсем позабыл. Старик. Да, я забыл, как это делать. Ну ничего, на это нам жизни были даны. А, все, вспомнил. Все. Мой тупизм, как всегда, себя не оправдывает. Сначала-то тех нужно расстрелять. И потом уже по таймингу.
Кстати, забавный факт, если к нему пораньше... Давайте по рофу, давайте постебемся. Я бы сейчас ржал, если бы меня эта штука улетела. Серьезно, он не пробивается так? Воу. Ну ладно, ладно, это уже конец. Death End. Петушара. Петушара. Блин, а я всегда думал, что его можно так убивать. Уиу. Уи-уи. Уи-уи. Ты чё, дурак? Ну, чисто петух. Ну, ладно, по рофу хотел его убить, но не получилось. Зато я вспомнил, как убивать. Ты победил меня в этот раз, черный плащ. Но в следующий раз ты проиграешь. Эй, я трофей в виде твоего клюва. Отлично сработано, ЧП. Ты опять освободил город от террора, ВОН. Ты заслужил благодарность и полное признание в нашем городе навсегда. Это прекрасно. Что ж, смотрим заставочку, да? Или мне с вами уже прощаться? Короче, будем с вами прощаться под эту музыку. С вами был Отспой Геймер, подписывайтесь на канал, там сейчас ролики сбоку вылезут, а... Ну да, все в принципе. Все, что я хотел вам сказать. Ох, не успел нажать Б, чтобы встретиться с черным плащом. Конечно же, ага. Старая добрая легенда. Всем пока.